Приветствую вас. Вы спрашиваете, почему мне на нервы действует человек, с которым я общаюсь. Здесь на самом деле непонятно первое. Человек действует вам на нервы, то есть пытается как-то воздействовать. Или вы чувствуете свое раздражение, свою тревогу, там, может быть, злость или что-то еще. Потому что одно дело, если человек, условно говоря, одно дело, если человек вел себя изначально одним образом, а потом начал вести себя другим образом, то можно говорить о том, что он стал действовать вам на нервы. Вот это может быть связано со страхом, это может быть связано с очень многими моментами. А если вы начали испытывать ощущения, если вы начали испытывать тревогу, если вы начали испытывать раздражение, значит, вы как-то воспринимаете его, в принципе, такое же поведение, но по-другому. Поэтому нужна более полная картина, чтобы ответить вам на этот вопрос. По поводу доверия, да, если человек действует на нервы, то есть, словно говоря, как-то вот вызывает себя в виде, да, это следствие того, что не доверяет, да, это следствие того, что боится довериться. Вот, но единственная ли это причина, по которой люди могут так себя вести? Нет, не единственная, абсолютно. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.